Здорово, мужичье! Вот и подошло время для очередного топа. В прошлый раз мы показывали вам пятерку игр с совместным прохождением, и топ был весьма тепло вами принят. Но у многих остался вопрос, во что же поиграть с друзьями, не имея подключения к интернету или несколько девайсов для локальной игры. Мы учли ваши пожелания и выпустим целых два топа, посвященных данной теме. Так что представляю вашему вниманию первую часть топа кооперативных игр для одного устройства от mob.org. Ждем. Поехали! Bounden – это необычная, можно сказать, танцевальная игра. Я бы не обратил на нее внимания, но миллионы фанатов и заоблачная цена меня весьма заинтересовали. Суть игры заключается в копировании медленных танцев, исполненных голландским национальным балетом. Да? Зажимая в руках устройство вместе со своим партнером, игра запускает некую круглую сферу, которая начинает вращаться и собирать бонусы от правильного угадывания движений танцоров. Я аккуратно обошел игру стороной, но сотни положительных отзывов и высоких оценок убеждают меня в обратном. Так что если у вас есть любимый человек, подруга, сексапильная сестра или голубой друг, предлагаю вам окунуться в этот танец жизни и ощутить на себе прикосновение радуги. Бэмфу – это жестокое рукоблудство для 2, 3 и 4 человек на одном устройстве. Выбрав свой цвет, на экране появляется определенное количество камней, за которые вам и предстоит сражаться. Смотрите, тапая по камню противоположного цвета, он… Он окрасил себя в те цвета, которые он окрасил себя. Да. Спасибо, Виталик. Завоевав все камни на протяжении 5 раундов, игрок одерживает победу. Будьте быстрее и смышленнее противника. Толкайте соперника, выкручивайте ему пальцы, ломайте руки, убивайте друзей и ешьте их мясо. В общем, играйте против медленных или мертвых соперников. Проверено, работает. Draft Race 2 – это необычные гонки для 2 и более игроков. Чем же они необычные, спросите вы? Дело в том, что от вас требуется буквально нарисовать маршрут движения своего автомобиля перед заездом. А от скорости рисования линий зависит скорость вашего авто. После старта машинка будет двигаться по намеченному вами для нее пути. А вам остается наблюдать и поддавать нитро в нужный момент. Такая вот интересная система. В Draft Race 2 доступно 32 трассы и 16 моделей авто, так что вам будет чем скоротать время. Мультипонг – это лучший способ убить время вместе с друзьями или девушкой, но если другого она не дает. Задача состоит в том, чтобы игрок защищал свои ворота путем перемещения пластин. Принцип игры стар как мир, но на то она и мультипонг, что играть можно не только вдвоем, но и вчетвером, создавая безумие на игровом поле. В игре куча режимов, преград и бонусов. То на доске появляется грозовая туча, заслоняющая обзор, то выскакивают преграды и вращающиеся стрелы, разбрасывающие шары в стороны и дезориентирующие игроков. В общем, поверь и проверь, мультипонг дарит море веселья и позитивных впечатлений. Ну и последняя игра в нашем топе – это джентльмен. О, господа, это настоящее безумие для 2 джентльменов. Для комфортной игры вам потребуется 7-дюймовый планшет. Ну а если ваш девайс размером поскромнее, то можно и умом тронуться, потому как на экране творится что-то невообразимое. Кругом свистят ножи, бомбы и даже почтовые голуби. Появившись на рандомной и статичной карте, вы будете метаться из стороны в сторону, перескакивать с пола на потолок и обратно, оставляя след из ядовитого газа, динамита и прочих ловушек. Дух соперничества, адский темп и веселая музыка не дают заскучать ни на секунду. Так что подкручивай усы и в бой. А на этом наш топ подходит к концу. Качай, ставь лайк, подписывайся на наш канал и вступай в группу. И не забываем писать комменты. Нам важно ваше мнение и предпочтение для будущих топов. А, кстати, чуть не забыл. По этим ссылкам можешь посмотреть наши предыдущие видео. Ну, если что-то вдруг пропустил. Это был обзор от mob.org. И я... Правильно. Увидимся, дружочек.